Здравствуйте, это информационная программа «День за днем». В студии Ренат Абулхаиров, и мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. Так, в Тюменской области вновь стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Сезон летних отпусков завершается, и до начала нового учебного года осталось полмесяца. Потому и важно поставить прививку от ковида. Вакцины у нас достаточные для взрослых и для детей с 12 до 17 лет. Система записи на вакцинацию остается прежней через госуслуги, через горячую линию и при личном обращении в медицинскую организацию либо в колл-центр медицинской организации. В регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. На протяжении нескольких дней число регистрируемых случаев в сутки превышает 400. В поликлиниках Тюменской области уже вернули масочный режим, социальную дистанцию и термометрию. 78-й день рождения Тюменской области в Тобольске с размахом отметили на Красной площади Кремля. Здесь развернулся традиционный фестиваль «Дружба народов». В этом году свою культуру, обряды и кухню представили более 10 национальностей. О познавательном и вкусном фестивале расскажет Анастасия Терехова. В день Тюменской области, большой и многонациональной, на Красной площади Кремля звучала фольклорная многоголосица. 7:40 перекликались с лезгинкой под веселый татарский перепляс. Представители 10 национальностей приняли участие в традиционном фестивале «Дружба народов». Мы будем представлять национальные обряды армянские. Это изготовление лаваша, а также блюдо жингялугац. Мы надеемся, что все примут участие. Фольклор будет какой-то? Да, а также у нас народный коллектив создан народных танцев. Будут армянские песни, танцы. Настоящий праздник дружбы между людьми. В развернувшиеся у Кремля шатры подворья заглянул и глава города. В гостях у армянской диаспоры Максим Афанасьев пополнил свои кулинарные навыки. Сложно, Максим? Да, вообще комфортно. Я вот еще такие пирожки не делал. Как это называется? Кажется, фестиваль пора объявлять гастрономическим. Ведь на каждом подворье накрыт стол для гостей с национальными угощениями. Глаза разбегаются, попробовать хочется все. Что самое интересное, самое вкусное? Самое интересное, все у нас, все вкусно. А самое то, что украшает наш стол азербайджанский, это шах-плов. Он печется в лаваше, да? Да. А к еврейскому подворью звал не только запах форшмака, но и волнующая скрипка. Еврейская автономия образована не так давно, еще в начале пути, поэтому и участие в фестивале для них важный этап. Мы впервые представляем здесь еврейскую культуру, впервые в Тобольске это. Раньше нигде бы такого не было, такой радости на душе. Тем более праздник Шавуот идет, там, да, и сейчас вот там хала будет, и все, и будет кухня еврейская. На большой сцене тобольские диаспоры радовали творческими номерами, а мастера на ярмарке – рукотворными изделиями. Я за любые праздники. Это замечательно, это нужно делать. Люди все гуляют, все вот что-то находят новое, все радуются. Посмотрите на их настроение, независимо от погоды. Все счастливы. Хлынувший внезапно ливень настроение табликам не испортил, и праздник продолжался несколько часов. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Жители села Черное Вагайского района решили создать туристический маршрут. В 2023 году их родному месту исполнится 355 лет. Старожилы, готовясь к юбилею села, создали музей. Экспонаты для показа представила почти каждая семья. Теперь активисты ведут поисковую работу. Они выяснили, что до революции здесь располагались маслобойня, мельница, кожевенная мастерская. А в 20 веке сибиряки приютили воспитанников Ленинградского детского дома. Село Сычево имеется, могила географа-исследователя Лаксмана. И есть такой маршрут, к нам уже весной приезжали из Тюмени делегация, у них была акция «Тропа Лаксмана». Очень много было у нас и декабристов, и разных политических ссыльных, и писателей проходили через наше село. По нас же был торговый тракт Ишим-Тобольск, и ссыльных везли через наше село.
На субсидии предпринимателям по уплате первого взноса по договору лизинга добавлены еще 40 миллионов рублей. Напомню, что первый взнос теперь возмещается полностью. Это одна из самых популярных мер поддержки. Это поможет модернизироваться еще 20-25 предприятиям, приобрести оборудование и создать 140 рабочих мест. Деньги будут выделены из областного бюджета. Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Мор. Прием документов начнется с 15 августа. Все вопросы по лизингу малого и среднего предпринимательства можно задать по телефону 8-345-2-42-66-42. Мы продолжаем рубрику «Земля больших людей». Сегодня новая героиня Екатерина Каргополова. Врач, анестезиолог, долгие годы руководит реанимацией областной больницы номер 3. А в период пандемии она заведовала ковидным моногоспиталем. Знакомьтесь. Врачом-реаниматологом Екатерина Каргополова работает почти 15 лет. За плечами большое число спасенных жизней и тысячи спасибо от благодарных пациентов. Екатерина Каргополова в разгар пандемии заведовала Тобольским ковидным моногоспиталем. Весь свой опыт она применила здесь. Было 19 апреля, пациентов привезли с места рождения. Конечно, это было страшно, потому что мы сами еще не знали, что за заболевание. То есть это все только вот из интернета, из телевидения, со слов. Мы понимали, что это все равно надо делать, и все равно нужно пациентам помогать. И то, если мы раскиснем, то есть кроме нас это никто не сделает. То есть. Запотевшими очками, в защитном костюме медики находились в красной зоне по 6 часов. С медперсоналом постоянно проводились инструктажи по снятию и одеванию средств индивидуальной защиты, чтобы все было правильно, чтобы защищено, чтобы наш персонал не заболел. Постепенно, конечно, мы адаптировались, мы привыкли. Мы поняли, что если как бы все правильно, костюмы одевать, все правильно делать, то мы не заразимся. В моногоспиталь поступали пациенты с разной степенью тяжести, и каждому был индивидуальный подход. В основном в госпитале пациенты лежали непривитые, в частности в отделении реанимации. Пациенты, которые были привиты, они более легче переносили ковид и более быстрее выходили из данного состояния. Теперь Екатерина Каргополова вернулась к прежним заботам. Она руководит отделением анестезиологии и реанимации. Это аппарат для проведения заместительной почечной терапии. В реанимацию Тобольской больницы поступают люди с разными заболеваниями, с инфарктами, черепно-мозговой травмой, ожогами и другими проблемами. Помощь стараются оказать всем на высшем уровне. Здесь вводятся специальные растворы для очищения крови. У меня ощущение, честно, радости, что я вернулась на свое рабочее место в реанимацию, где я работала, и как бы вот я вернулась с того, чего я начинала. В мирной жизни, спасая людей, медики выполняют долг, и нередко сродни он подвигу. Юлия Савиных, Шамиль Гулеев, Михаил Куричко, «Тобольское время». На проектирование межвузовского кампуса уйдет 2 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. Глава региона отметил, что само строительство запланировано на 2024 год. Проект большой, почти 16 гектаров и 100 тысяч квадратных метров объектов недвижимости. Вот почему так важно на этапе разработки концепции учесть все пожелания. Для этого и проводится фокус-группа с участием разных представителей. Процесс обсуждения будет идти дальше, будут фокус-группы, дальше будут такие узкопрофессиональные обсуждения архитекторов по поводу архитектурной концепции зданий, которые будут входить в кампус, экологов о том, как нам сделать интересное озеленение этого района, других специалистов, которые уже предметно каждой своей отрасли поступившие предложения формализуют в окончательное уже техническое задание. Спорт – норма жизни. Это доказали тобыляки, устроив в Тобольске большой праздник в честь Дня физкультурника. Побывала на спортивных площадках, зарядилась энергией и хорошим настроением Ольга Куричко. Еще, 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 а теперь от себя! Встретив утро в аптекарском саду, ветераны задали настрой всему празднику. Они демонстрировали позитивное настроение и неплохие результаты. Мы занимаемся летом велоспортом, бегом, зимой лыжами. Каждый год мы сдавали ГТО перед Днем строителя на стадионе. И всегда принимали участие во всех соревнованиях города. Ощущение радости, жизни, как он, Паша сказал, жить хочется действительно.
Это же жизнь, действительно жизнь. Без спорта как это можно? Я не представляю. Рожденная в СССР, через всю жизнь пронесли любовь к физической культуре и спорту. Олимпиада 80 отправляли меня бесплатно, как лучшую спортсменку в числе 13 человек города Тобольска. Ветераны с легкостью переключались с одного вида физической культуры на другой, демонстрируя выносливость и красоту. Эта группа вот уже 3 года занимается танцами, а летом на свежем воздухе. Это проект. Проект называется «Возраст спорту не помеха». Занимаются все желающие, приходят 30+. По традиции в день физкультурника проводился всероссийский турнир «Оранжевый мяч». В Тобольске в нем участвовали 50 команд мальчиков и девочек 5 возрастных групп. В Тобольске баскетбол очень развит. У нас занимаются 2 спортивные школы. Спортивная школа «Молодость», спортивная школа №2 баскетбол развивают. Плюс команда «Нефтехимик». Зрелищной была спартакиада муниципальных служащих. Она проводится ежегодно по 9 видам спорта. Администрация Тобольска выставила команду «Чулков» под руководством капитана Юрия Вавакина. Она заняла 3-е место, 2-е у команды «Ермак», 1-е у команды «Менделеев». Играем в стритбол. Пока все идет хорошо. Ну, посмотрите, сколько народу. Здесь даже гости приехали, чтобы в футбол поиграть. Диаспоры вон играют. Ну, то есть, действительно, настроение спортивное, хорошее. 9 национальных диаспор выставили свои команды. Более 50 тысяч тобольяков систематически занимаются физической культурой и спортом. Глядя на массовость, в это охотно веришь. Задействовано сегодня 11 площадок, и встречаешь там людей от 6 до 80. В соревнованиях семейный дуатлон папы, мамы, дети должны были проехать на велосипеде и пробежать дистанцию. Сегодня в Тобольске развиваются 34 направления вида спорта. Но самое главное для нас, чтобы жители города Тобольска активно выходили на наши площадки, которые как грибы растут с каждым годом. День физкультурника объединил в одном порыве 100 тобольяков. Все вместе они показали – спорт – норма жизни. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И до встречи. С 16 августа в Тобольске небольшой дождь. Днем плюс 17-18 градусов. Ночью 7-12. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду.